Сегодня 2 мая, и мы собираемся на старты. Давно собираемся. И мы нашли ушки. Пока мы ждем отправки, у меня появилась гениальнейшая идея для стартапа. Сейчас в Канемозе находится 8 лошадей, сено 55 кип, 16 седел, 50 вольтрапов, 30 уздечек, 32 попоны. Возможно, это повод это все продать. Так что, народ, не скупись, налетай. Канемоз продается. А как вы думаете? Каких-то 150 километров, мы будем на месте. Боже, как же я долго этого ждала.